Он говорит, если проигравший улыбается, победитель теряет вкус победы. Его любимая книга «Старик и море» Хемингуэя. Он заявляет, что не может жить за пределами родной Ямайки. Он называет своим гимном песню «One Love» Боба Марли и всегда закрывает ей свои диджейские сеты. Его максимальная скорость зарегистрирована в 2009 году в Берлине. Это 44,17 км в час. Он никогда не любил бегать на 400 метров, потому что это всегда боль. Экс-президент МОК Жак Роге назвал его феноменом в спорте. Он 5 лет признавался лучшим легкоатлетом мира. За свою карьеру установил 8 мировых рекордов, а после ее завершения мечтает играть за Манчестер Юнайтед. Он страстный болельщик этой команды. Он Усейн Болт, молния, шестикратный олимпийский чемпион и восьмикратный чемпион мира. Первый в истории победитель на дистанциях 100 и 200 метров на двух олимпиадах подряд.